Эта карта у нас была подготовлена согласно генплану еще с советских времен. В то время уже планировалось при расширении города, в то время Фрунзе, а сейчас уже в нынешнее время Бишкек, планировалось уже тогда при расширении города Бишкек уже строить разгрузочные улицы и разгрузочные участки, чтобы разгрузить город Бишкек. К примеру, в данном карте обозначено, что здесь обозначено, что вместо железной дороги должна была быть электричка. Но вопрос о соединении всех участков север-юг она не решает. В настоящее время Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики разработан проект по реконструкции всей объездной дороги полностью на шестиполосную. Мы сейчас предлагаем, чтобы совместно отработать с Министерством транспорта и с правительством Кыргызской Республики тот проект, который, чтобы параллельно также полностью участок железной дороги перекинуть также вдоль объездной дороги, чтобы его соединить от поста ГАИ и соединить его с городом Кант. А вместо железной дороги построить уже шестиполосную дорогу, которая соединит запад-восток и как раз позволит полностью соединить все участки дорог и улиц, которые соединяют север-юг. Это плюс тем, что еще данный участок, который принадлежит настоящему Кыргызстан-Эрджилу, там участок позволяет построить не только шестиполосный, позволяет построить даже его восьмиполосный. У нас в настоящее время есть 7 путепроводов, которые были построены еще в советское время. Вместо путепроводов построить уже развязочные участки, где 7 развязок, которые будут соединять также север и юг. В советское время было уже все это посчитано, с архива, когда документы мы вытаскивали. Но если увеличить его на коэффициент, который в настоящее время, это позволяет финансовые средства, которые предусмотрены в рамках третьей фазы, позволяет, чтобы здесь построить его уже одним. Вместо нескольких развязок, которые стоят очень дорого, через железную дорогу, да, потому что одна развязка стоит около минимум 2 миллиарда сомов. А это позволит нам построить 15 километров хорошего качества дороги в виде магистральной дороги, которая будет соединять запад-восток и которая позволит также соединить север-юг города Бишкек. Это сейчас в настоящее время все идут подсчеты, но в связи с тем, что мы видим, какие подсчеты уже были сделаны до нас, это позволяет, чтобы все это реализовать в ближайшее время. Но это мы ждем, сейчас подготовим презентацию, все расчеты, и хотим презентовать его уже правительству Кыргызской Республики и главе государства Кыргызской Республики. Если будет все одобрено, то мы начнем уже его реализовывать уже со следующего года подготовку всех необходимых документов и после одобрения с китайской стороны и с нашей стороны, и начнем его реализовывать.